Как православные верующие отмечают Пасху? Будем вместе, сядем за пасхальный стол, съедим вкусные красивые куличи, обязательно похристосуемся крашенными яичками. Откуда пошла традиция красить яйца? Цвета и краски разные, но вообще первоначально красный. И это свидетельство той истории, той легенды, когда Святая Магдалина была у императора на приеме. В чем секрет приготовления идеальных куличей? Как правило, два белка, которые я использую в гоголь-моголь, и вот два желтка, которые от них остались, я добавляю к 13 яйцам, которые я сейчас положу. Смотрите программу «Самара многонациональная» 22 мая в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».